Водитель трамвая из Санкт-Петербурга Сергей Старцев своей профессии буквально живет. Просто сидеть в кабине мужчине недостаточно, поэтому он обзавелся необычным хобби. Делает своими руками миниатюрные модели железнодорожных составов. Железнодорожным транспортом Сергей Старцев увлекся в раннем детстве. В 2008 году увлечение переросло в профессию. Сергей устроился работать на железную дорогу, а спустя 2 года стал водить трамвай. Модели, когда делал мой дедушка, простые модели сооружений, машинок, ну и в том числе автобусов, трамваев. А мне самому с детства был интересен трамвай, железнодорожный транспорт, что такое, что едет по рельсам, тяжелое, звенящее. Ну, как-то увлечение переросло в работу. Работает Сергей Старцев с различным материалом. Для создания модели он использует детали из пластика, картона, плотной бумаги и термопластичного полимера. Некоторые составы удается сделать всего за 2-3 недели. А на создание сложных моделей порой уходит даже больше полугода. Обычно интересует какой-то определенный тип подвижного состава, единица. Находишь ее фотографию или несколько фотографий с разных ракурсов. Думаешь о особенностях ее изготовления, закругления углов и так далее. Иногда делаешь чертеж того же размера, что и модель, чтобы удобнее было делать мелкие детали. Ну и потом уже по одной детали врезаешь, соединяешь. Сейчас миниатюрный трамвайный парк Сергея Старцева насчитывает несколько десятков моделей. Свои работы автор регулярно представляет в Петербургском музее. Арина Мелешкина, «Наши новости».